Всем привет! Я рада снова видеться на своем канале. С вами, конечно же, Эва, и мы продолжаем играть в Hitman, на этот раз уже абсолютно без каких-либо глупых лагов, которые так сильно раздражали меня. Я, в принципе, подумала, что наверняка будет какой-то другой способ проникновения внутрь. И я, тем не менее, все равно убила повара. Как бы не жаль это было. Потому что сначала я убила его, а потом уже подумала, что, скорее всего, наверняка можно было как-то проникнуть внутрь иначе. Ну, хороша мысля, как говорится. Да, приходит опосля. Я думаю, вы тоже в курсе. Фейерверки. Если вывести из строя систему пожаротушения и пожечь фейерверки, здесь поднимется дымовая завеса. Система пожаротушения. Оп. А где у нас система пожаротушения? Блин, вот эти вот задачи, они как бы дают мне их, наверное, с пониманием как будто бы того, что я, в принципе, в курсе, что нужно делать, где находятся все системы пожаротушения. Я даже знаю расположение. Как будто, блин, слушайте, я как будто я архитектор этого здания, честное слово. Как-то это глуповато не находится. О, нашла. Система разбрызгивателей. Так, ну систему пожаротушения мы перекрыли. Здесь ничего взять не можем. Не, похилиться нам не надо, ничего не надо. Значит, пойдем ломать фейерверки. С этой стороны. Ой, с этой уже не надо, ё-моё. Конечно, можно. Маскировка раскрыт. Да ладно. Ну ладно. В принципе, это не столь важно. И, кстати говоря, я сегодня ездила на Игромир. О, нам особо-то, я смотрю, не помогло это. Ну, улики мы заберем, типа, это нас... Нет, нет, нас не видели. Твою ногу. Так, и вот так. Еще вот так. Понял, да? Со мной связываться плохо. Нет, чуваки, нет. Нет, нет, парни, парни, я же просто хочу уйти, пожалуйста. Я тоже. Я очень хочу уйти. Я не могу выйти, когда поднята тревога. Блин. Ладно, все. Сейчас я все сделаю намного грамотнее. Так вот, я сегодня ездила на Игромир. Это сегодня был бизнес-день. Там, в принципе, ничего особо интересного я... Ну, я, честно говоря, я ожидала, что ништячков будет гораздо больше. Но встретила своего... Сантулся мужик, а ты как бомж, блин, ничего себе, вот этот он такой предъяву мне кинул. Так вот. Какие-то там футболочки и там подобные темы. Я, честно говоря, люблю их на халявку получать, потому что я использую эти всякие футболочки как домашнюю одежду. То есть я сплю в них, я хожу в них по дому. Ладно, об этом позже. Бежать, значит, тут нельзя, да? Окей. Ну ладно, мы пройдем, в принципе, спокойно. Эти копы нас особо не замечают. Дядя! Иди нахрен, отсюда. Дерьмо китайское. Ну мы все-таки в чайной тауне. Ну ладно, в принципе. Я вроде как тревогу не подняла. А, улику. Можно было, в принципе, забрать улику. Ну нет, я не буду брать улику. Слишком это уж палево, чересчур. Я же, говорит, не идиот. А так кто попропустил меня? О, улика. Все.
Минус одна. А, кстати, да, получается, у меня уже есть, да? Отличненько. Знаешь, надо было расспросить Птаху. Может быть, он что-нибудь... Птаху. Блин, ничего себе. Я, кстати, сегодня ходила на закрытую презентацию игры Thief, которая выйдет только в 2014 году. Ну, в 2014, вы поняли, конечно же. Так вот, там взломы замков очень вообще грамотно сделали. Твою мать, это они. Сейчас, секунду. Трое парней Вейда в толпе. Расскажу подробнее. Они скоро найдут меня. Ты должен вытащить меня отсюда, Амиго. Непременно. Это в твоих интересах. Птаха, соберись. Не делай глупостей. Я обо всем позабочусь. Окей, о чем ты позаботишься? Окей, где они? А. Наверное, как-то можно по-другому сделать, да? Чтобы было не так уж палевно. Ой-ой-ой, как меня так запалил сильно. Ну, в общем, если у вас поджимает время, то в игре Thief вы можете, как ни странно... О, крысиный яд. Извини. Извини, я всего лишь забрал твой яд. Ты больше не сможешь травить людей. Та-да-дам, да-дам. Та-да-да. А, я сейчас улику заберу, ладно, я уйду. Парни, давайте, пока. Так, этих двух мы сейчас спрячем. Спецназ на подходе. Хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Это классно. Сейчас давайте сами спрячемся тоже. Так вот, я пока могу рассказать про Thief. Собственно, там, если вас поджимает очень сильно время, вы можете просто-напросто зажать какую-то определенную клавишу, и он с помощью своих суперсекретных способностей... Спецназ, говорит, на подходе. Ну, вообще, парни, ладно-ладно, он исчез, давайте, отменяйте вызов. Вот бы в реальной жизни было так же просто. Так вот, в общем, все четыре замка, ну, там стабильного, как я поняла, во всех дверях по четыре замка, он может с помощью... сжигание такой же линии, как в Хитмане, только не желтенькой, а голубенькой, поднимать их все очень... Блин. Я если тело таскаю, как какая-то ненормальная, слушайте. Серьезно, я не могу никак... А чё происходит-то, ребят? Чё все ору? Спрятаться? Это он типа суши поест? Слушайте, давайте поедим суши. А, меню рассматривать. Ладно, неважно. Меню рассматривать не так интересно, как есть суши. Это что такое? Потянуть за рычаг. Класс, и что произошло? О! Ну ладно, это все нужно было делать, если бы мы, типа, не запалились. А так как сейчас мы фактически... Личность уже раскрыты. Еще один есть. Билл Доу устранен. Мастер стелса в деле. А этому парню вообще посрать. Все прячутся, что-то боятся. Он такой, а у нас лосось, помидоры. Да брать-то некому, чувак, все же давно разошлись. Успокойся, своим лосось. Мне кажется, это уже... Ой. Не актуально. Окей. Оба идем. Я люблю обходить. Оп. Убийца где-то рядом. На, например, это коп. Продажный коп. Yeah.
Нет. Ну, я все понял. Сюда можно залезть? Отлично. Я всего лишь коп, который лазит. Я активирую это. Тачки. Блин, на самом деле было бы так круто, допустим, у нас в реальной жизни. Сейчас, секунда. Надо понять, что он вообще делает. Все чисто? Все чисто. Диверсия, бензоколонка? Не, ну это опять я просто какой-нибудь шумихку подниму и все. Так. Наконец-то мы выполнили эту миссию и спасли, насколько я понимаю, Таху. Ой, Птаху, господи, он же не Таху, он Птах. Быстренько переоделись. В кофе уже больше монетки не кидаем. Блин, я хочу, чтобы Птах отдал нам наши сильвер-бойлеры. Черт, кажется, он уже не сделает этого никогда. Да не буду трогать твой кофе. Где он? Себе кофе, засранец! Он ушел с тем ковбоем. Тоже на птичку похож. Кажется, они подались куда-то в центр. Ой, капец будет, Птахи, чувствую я. Ого, он еще и на ходу. Школьный автобус. Еще и с птичьим домом. Сверху, да, это вовсе неприметно. Ты опоздал, 47-й. Блин. Я делаю то, что должен. Вот сучёныш. Мистер Вейт, что вы предпочитаете? Найти девчонку или потратить пулю? Часики тикают. Вот, блин, сволочь, предатель, а он мне так нравился. Я еще и чуваков из-за него в Чайна-тауне убивала. Ну все. Смотрите-ка, я профессионал. Хо-хо-хо-хо. Ну так. Кстати, была достаточно разочарована, когда узнала, что Thief — это очередная версия. Мне просто хотелось очень сильно поиграть, поэтому я так активно рассуждаю про Thief. То, что это очередная версия какого-то стелс-экшена. И, собственно, дело в том, что пройти я, скорее всего, не смогу. Потому что там, типа, тоже какие-то ништячки дают, если ты проходишь все без единого убийства, как это было в Dishonored. Там в Dishonored, надо сказать, я травила целые районы, убивала, рубила, натравливала крыс и резала, и скидывала с моста, и еще взрывала, травила ядовитыми стрелами. Ладно, перечислять можно бесконечно. Жаль, что я не смогла отправиться с ними. Вот так вот детей куда-то перевели. Ну пипец, Виктория. Роузвуд. Видимо, это название какое-то поместье или место, куда отправили девочку. Сейчас мы это все узнаем. О, это ты. Я рада, что ты пришел. Виктория больна. Только что она была в порядке, и вдруг она еле... Утравили. А врачи не могут понять, что с ней такое. Ее ожерелье. Ожерелье? Ну, оно на ее комоде, застежка сломалась, но я починила. Ну, отличненько. О ней кто-нибудь спрашивал? А вот. Вот и началась движуха. Викторию, какое самое безопасное место в здании? В подвале. В подвале. Спускайтесь быстро. Я приду туда с Викторией. Да, да, конечно. О, Господи, благослови. О. Так, ну Викторию мы с вами будем спасать в следующей серии. Сейчас вы можете посмотреть на ее милое личико. Ты вернулся, как обещал. Мне было так страшно. Но встретимся мы с вами в следующей серии. Закончим серию достаточно на эпичном моменте, чтобы вас это заинтересовало куда более сильнее. Всем пока. Спасибо, что были со мной. До следующей встречи.